Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАБ-ТВ. В понедельник, 8 февраля, переменная облачность без осадков. Ветер западный слабый. Ночная температура воздуха 17-19 градусов ниже 0. Днем совсем тепло, минус 2, минус 4. Атмосферное давление достигнет отметки 696 миллиметров ртутного столба и в течение суток существенно не изменится. И пока о погоде это все. Отличного настроения и до скорой встречи в эфире!